Самой яркой и цветной, в буквальном смысле, площадкой прошедшего Дня молодежи стал фестиваль красок. Тут нет смысла мне долго об этом говорить. Лучше посмотрим вместе репортаж Артема Смолькина. Яркий фестиваль красок, именуемый Холи, уходит своими корнями в Индию, где так встречают весну. Подобные праздники в России начали проводить лишь недавно, но география широка. Этим летом его увидят 15 городов. Устроенный же в набережных Челнах на Дне молодежи пришелся участникам по душе. Ощущения просто клевые, все весело, супер. Ребенку тоже нравится самое главное. Я впервые, конечно, я раньше на таких не участвовала, поэтому для меня это впечатлительно. Помимо красок, еще одним важным атрибутом фестиваля стала живая музыка. А вел программу игрок высшей лиги КВН, капитан команды «Саратов» Кирилл Лопаткин. В вашем городе первый раз встретили, очень здорово, очень красиво. Красиво, очень красивая набережная, очень здорово организованы площадки, подготовленные ко Дню молодежи. Все здорово. Набережная! Набережная! Как я ни старался, выйти из этой цветной, шумной толпы, не испачкавшись, мне не удалось. По словам организаторов, краска состоит из натуральных компонентов, поэтому она совершенно безвредна и легко отстирывается. Кукурузная мука, в общем-то, окрасители ее тоже полностью натуральные, оригинально состоят из трав, которые прорастают в Индии. А благодаря одному из организаторов фестиваля, телеканалу РЕН-ТВ «Набережные Челны», участники могли унести с собой не только яркие впечатления, но и нечто более осязаемое – фото на память или приз. Фестиваль красок – это всегда море позитива. Так же, как и на нашем телеканале. Мы подготовили много веселых конкурсов. И, конечно же, ни один присутствующий не уйдет без подарков от телеканала РЕН-ТВ. Здесь нашлось место и романтики. Один из участников фестиваля прямо на сцене сделал предложение руки и сердца. Фестиваль продолжался несколько часов. За это время тысячи челнинцев окрасились в яркие цвета, получив при этом мощный заряд отличного настроения. Артем Сморкин, Ради Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.